Санечка, милый мой, я желаю тебе в жизни всего хорошего. Самое главное, чтобы ты достиг тех рекордов, о которых ты мечтал. Пусть у тебя дорога будет ровная, без всяких полос. И на этой дороге встречаются только хорошие, добрые и преданные люди, которые тебя будут во всем поддерживать. Наверное, все-таки удачи, потому что они знают свое дело, они достойны пьедестала, поэтому просто хочу пожелать удачи. Бажаю Олександру спортивних успехов, та щоб привозив з Олімпійських ігор тільки золото. Как-то хочется результатов, потому что Украина – это спортивная держава. И сегодня вот на фоне будем внимательно, вот сейчас мы следим за выступлением в персьюте наших лыжниц. Сегодня еще соревнования у мужчин. Как там ляжет карта, тоже все зависит и от настроения, и от температуры, и от смазок, и все. Но сейчас ставят исключительно на биатлон и на Сашу Абраменко, потому что, будем говорить, мы наслаждаемся другими спортсменами, то здесь очень много звезд мирового спорта выступает. Ну, будем держать кулаки.